И вот тебе нужно много помидоров нарезать, чтобы каждый раз не дрочить на доске. А теперь вот так. Вот это да. Ай да Илья Исаакиевич. Вот сразу тебе... Одним движением разрезал, да. Сколько помидоров. Штук, тарелка может быть такая, лишь бы длина ножа попала, чтобы лезвие, видишь, было чуть побольше. Слушай, круто вообще. Ставьте лайк вот сюда.